Ну, несомненно, недавняя зачистка нелегальных мигрантов породила множество серьезных проблем, начиная с очередной истерики нашей прогрессивной общественности, заявившей, что создание палаточных лагерей – это дело в принципе незаконное. Ну, так они знакомы с законами. И кончая тем, что действительно очень многие производственные и торговые цепочки, завязанные на нелегальных мигрантов, испытают сейчас осложнения. Но с другой стороны, если эти проблемы не решать, то осложнений в отдаленной перспективе будет еще больше. Хотя бы потому, что подпольная работа нелегальных мигрантов – это, помимо всего прочего, продукция крайне низкого качества. И уж лучше прокормить месяц несколько сот мигрантов в палаточном лагере, чем рисковать, что на вас прямо на ходу разлезется пошитая вами одежда, или вы отравитесь изжаренным ими пирожком. В целом же, конечно, от нелегальной миграции надо избавляться, и не из каких-то национальных соображений, а именно исходя из того, что нелегальная миграция означает подпольную экономическую деятельность, а подпольная экономическая деятельность – это всегда, во-первых, низкое качество, во-вторых, цепочки взаимного подкупа. А это уже угроза устойчивой работе всего государственного механизма. Поэтому даже если сейчас мы испытываем какие-то неприятности, ну это примерно те же неприятности, какие человек испытывает при вскрытии нарыва. Да, больно, да, неприятно, но если его оставить, можно дождаться заражения крови.